Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня поговорим о спутнике Other Space 1, 46 градус. Это очень интересный спутник. Здесь есть грузинские, азербайджанские, киргизские каналы. И также есть каналы, кодированные без кодировки, поэтому я вам покажу без ключики на эти каналы. Так что будет очень интересно. Этот спутник очень интересный. Есть каналы и есть что посмотреть. Так что присаживайтесь поудобнее и начинаем смотреть. Итак, представляем спутник Other Space 1, 46 градус. На частоте 11.025 в скорость потока 12700 доступный азербайджанский пакет с такими каналами. ARB Genesh Азербайджан. Также на этой частоте есть канал ARB. А потом еще доступен ARB 24, новостной канал в формате HD. ARB HD. Вот такие каналы, вот такой пакет с каналами. На частоте 11.095H, скорость потока 30 тысяч, доступен грузинский пакет. Здесь доступны каналы 1TV Грузия, имеется без ключик. ID канала 1, ключики 2.0, 20.05, 25.00, 19, 56 и 6F. На этой частоте доступен канал Adjaria TV в формате HD. Также доступен канал Imedi TV в формате HD. Еще есть канал GDS TV, еще доступен канал Maestro TV, грузинский канал. Также на этой частоте есть канал TV Per Valley в формате HD. Также канал доступен M Tavari Akhli, это тоже грузинский канал. Объективи канал, канал TV 25 доступен на этой частоте. Канал 1TV Житеха, это канал Джинатлеба, или как он там читается. Еще доступен канал Рустави 2. Еще есть канал Кавказия. Ну, очень интересный грузинский пакет. Канал Камеди Грузия. Также на этой частоте еще доступен канал Пост ТВ. Марнуэли ТВ. Также на этой частоте доступен канал. Канал рекламный Ювелирочка. Также канал Формула, канал Топаз 1, это уже азербайджанский канал. Также на этой частоте доступен украинский канал Правда Тут, канал InRating TV Украина, Джети Грузия, Марау TV, канал КТР Киргизстан. Потом еще доступен, это частота 11.105 в, скорость потока 13 тысяч. Это киргизские каналы на этой частоте доступны. Потом еще доступен 7 канал в формате HD, Азия TV, Регион TV в формате HD, New TV в формате HD, киргизстанский канал. Также доступен канал Next TV, тоже он идет в формате HD, тоже канал из Киргизии. Еще на этой частоте доступен российский канал ТНВ Планета в формате HD, это ну, Татарстан там на татарском языке. Еще каналы Супер ТВ из Киргизстана. Следующая частота уже с азербайджанскими каналами. Это частота 11.134H, скорость потока 27500. Здесь доступны каналы Дуня ТВ, Space TV, спортивный канал SBS Sport в формате HD, очень интересный спортивный канал. Канал Объективи, канал Реал ТВ азербайджанский. Также канал доступен на этой частоте. Это частота 11.175H, скорость потока 27500, тоже азербайджанский пакет. Здесь доступны каналы AZ TV, Инкамай TV, CBS Азербайджан, Адман TV азербайджанский канал, Медини Ед азербайджанский канал, Муз ТВ азербайджанский канал доступный на этой частоте. Далее доступен канал Грозный, это российский канал. Дальше канал идет АТВ Азербайджан. Ну и еще один канал
Язер ТВ, Азербайджан. Вот такие каналы на этой. Там спутники, азербайджанские, ну много интересных каналов, есть что посмотреть. Так что записывайте, переписывайте, настраивайте, если кому интересны эти каналы. В следующих видео буду знакомить вас дальше с спутником. Спутниками, вот такой спутник Белинтерсат 51 градус, ну еще интересные спутники там будут, есть очень интересный спутник 55 градус, покажу там 75, 85, ну все покажу спутники, так что оставайтесь на моем канале, ставьте пальчики вверх, оформляйте подписку, потому что будет интересно. Кроме вот этих таких серий видео, я еще планирую в будущем обзоры на разную технику выпускать, обзоры на тюнеры. Так что не забывайте подписываться, смотрите, будет очень интересно. Всем спасибо за просмотр, и пока-пока, и до новых встреч. Так что всем пока.